Привет всем! Сегодня день Святого Валентина. Я веду свой очередной репортаж из кухни. Сегодня мы будем готовить курицу к романтическому ужину. Филе куриное будем готовить. Что для этого надо? Ну, для формы у меня достаточно, в эту форму я буду класть это куриное филе для готовки. Мне достаточно двух кусков куриного филе. Нужен лук, горчица по-французски, майонез и грамм 200 тертого сыра. Я беру российский и луковичка. Значит, что мы делаем? Для начала мы хорошо промокнем от всяческой влаги куриное филе, чтобы оно было сухенькое. Я его предварительно выложила на досточку, чтобы оно с внешней стороны стекло, вся жидкость. Ну а теперь проделаем следующую процедуру. Уберем все такие кусочки, вот эту серединку, чтобы филе было такое красивое и как бы однородное. Все охлапы, все то, что висит вокруг, предполагаемые косточки, если там могут быть, убираем, очищаем куриное филе. Тут у нас еще что-то, какой-то кусочек крови, мы его тоже обрежем, он нам не нужен. И второй кусочек сделаем аналогично. Вырежем здесь. И берем тут. Тут тоже есть как бы косточка такая. Вырежем ее. Вот. А теперь сделаем следующее. Возьмем большой ножик и сделаем аккуратно разрез вот с этой стороны, для того, чтобы развернуть не здесь, где отрезано, а с другой. Хотя можно и так. Мы аккуратненько вот тут вот разрезаем, а низ не дорезаем до конца. И когда мы выворачиваем, у нас получается такая форма сердечка. Вот мы сделали одно сердечко, оно поменьше. И делаем другое сердечко. Верх мы прорезали полностью, а низ не прорезаем полностью. И выворачиваем. Вот, тут попробуем. О, все. Вот у нас получилось два таких сердечка. Дальше мы берем форму. На дно формы мы режем лук. Луковица средняя, можно чуть больше средней. Лук не помешает для сочности, для запаха. Я режу лук колечками, но если не колечками, можно порезать как угодно лук. Лук кладется на дно формы. Равномерно распространим этот лук по всей форме. Это для того, что если вдруг снизу пригорит немножко, чтобы пригорел лук, но ни в коем случае не пригорела наша курица. И дальше мы выкладываем курицу. Вот так вот один кусочек и вот так вот второй кусочек. Два таких вот сердечка выложили. Теперь мы курицу немножко посолим. Немножко поперчим. Тоже все на вкус, на глаз, по вашим вкусам. Дальше мы смажем ее достаточно обильно майонезом. Возьмем ложку, размажем по всем кусочкам, чтобы на всей плоскости мяса присутствовал майонез. На одном и на другом кусочке. Вот. Размазали. А теперь мы добавим сюда наверх французской горчицы.
достаточно много, по десертной ложке на каждый кусочек. И тоже ее равномерно размажем по всему, по всей поверхности мяса. И теперь выложим сюда сыра. Сыра должно быть много. Выложим так, чтобы оно большими пластами занял сыр все наше мясо. Так как мясо нужно подавать горячее, я его буду запекать вечером. А сейчас я его приготовила и оставлю, это на сколько, где-то часа на 4, я его оставлю под таким вот маринадом, чтобы оно промариновалось, прониклось парами лука, промариновалось майонезом и французской горчичкой. И потом ставим его в горячую духовку, в разогретую горячую духовку на достаточно высокую температуру, 200-220 градусов. И выпекаем его, запекаем это мясо в открытом виде полчаса, но следим за тем, чтобы корочка была сверху румяная. И когда мясо закончит выпекаться, его подаем прямо в форме к столу. Вот тут, чтобы было видно, что это сердечко, я придам форму сыру. Вот так вот, чтобы было видно, что это как бы два сердечка. И вот получился такой у вас прекрасный, красивый ужин ко дню Святого Валентина. Вот получилось вот таких вот два сердечка. Одно побольше, другое чуть поменьше. Сейчас я его накрою пищевой пленкой и оставлю в холодном месте. Сейчас я его накрою пищевой пленкой. И оставлю в холодном месте до вечера. А когда начну готовить какой-то гарнир или ужин, поставлю на большой огонь в духовку. И она, эта курица, быстро запечется. Назовем ее куриное филе по-французски ко дню Святого Валентина. Приятного аппетита!